край скал и озер. Карельский край. Здесь на пути к Заполярному кругу есть город Сегежа. Когда-то в этом небольшом карельском городе даже был свой кинотеатр. Теперь его уже нет. Зато есть хоккейная коробка. И в отличие от кинотеатра, она точно никуда не денется. Ведь это любимое место у местных девчонок и мальчишек. А их любимая зимняя игра, естественно, хоккей. О популярности хоккея говорит хотя бы тот факт, что детская команда «Сегежские волки» отмечена в Википедии. И вот мама и папа юных хоккеистов, а также активные жители города Сегежи, собравшись вместе, организовали хоккейный турнир. А помогла им в этом программа «Добрый лед» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Мы рады, что идея этого турнира от своего рождения год назад получила свое воплощение сейчас. Мы желаем вам побед, хорошего настроения, хорошего льда. Для таких небольших российских городков это очень большое событие, поэтому здесь так людно и весело. А еще и потому, что в гости к сегежанам приехали три команды из других небольших поселений Карелии, а также из соседней Мурманской области. Возраст участников турнира 7-8 лет. Сегодня они в центре внимания, и министр спорта Карелии лично поздравляет подрастающих спортсменов. Уважаемые организаторы, болельщики, от имени главы Республики Карелия я всех вас приветствую, поздравляю с открытием этого детского турнира. Действительно, он проходит в рамках празднования 70-летия отечественного хоккея, и помимо спортивной составляющей еще несет очень важную патриотическую основу. Патриотическое воспитание заложено в основу турнира, который назвали «Отечество достойные сыны» в память о морских пехотинцах. У морских пехотинцев, у морпехов есть девиз: «Там, где мы, там победа». Я желаю всем успеха, удачи и победы. Торжественные речи закончены. Остался последний штрих – песня, без которой вряд ли обходится любой хоккейный турнир в нашей стране. Среди участников турнира есть уже очень опытные спортсмены, которые встречались со своими сверстниками на соревнованиях. Сегодня мы играли с сегежскими волками. Раньше, год назад, мы с ними играли и выиграли сегежских волков. И в то же время для множества участников турнира это первое испытание на прочность. Но их малый рост и вес с лихвой компенсируются спортивным азартом и волей к победе. Первый для меня турнир, меня туда не взяли, потому что я к тому времени еще кататься не умел. Этот турнир был с шуйскими соколами. Сегодня мы это повторили, и я не знал, что они такие сильные. В турнире принимают участие и девочки. Это три хоккеистки из команды «Спутник». Их косички мелькают и у ворот соперника, и у бортов, когда идет упорная борьба за шайбу. Мне очень нравится этот вид спорта, и там участвует клюшка. Это мой любимый предмет. Мне номер 9. Первый день турнира заканчивается в зимних сумерках. В этот день ребята не только играли в хоккей. Они посетили краеведческий музей Сегежи, в котором им рассказали об истории этих мест, о природе, о том, как жили давным-давно наши прадедушки и прабабушки. Ведь хоккеисты Доброго Льда должны гордиться не только спортивными успехами, но и своей страной. А после того, как программа «Максимум» выполнена, хоккеистов Доброго Льда ждет отдых, конкурсы и развлечения.
день подошел к концу. А перед сном осталось определиться с задачами на завтра. Ведь это очень важно на пути к победе. На завтра хочу своим ребятам в своей пятерке рассказать, как колгать возле ворот. Вторым отдавать пас, чтобы можно было хорошо забить гол. Завтра я обязан забить и очень сильно, и очень быстро бегать. Завтра хорошо покушать, потом побегать несколько кроссовков, потом хорошо поспать и играть в хоккей. Опустела хоккейная коробка и раздевалки. Юные хоккеисты крепко спят. А что им снится? Наверное, хоккей. Второго дня. Подъем! Отечество «Достойные сыны» запомнится его участникам и встречей с ветеранами, которые рассказали о морской пехоте и героях, морских пехотинцах. Ребята посмотрели кино, послушали песни, возложили цветы к мемориальной доске уроженцам Сегежи, воевавшим за Родину, и к памятнику воинам-интернационалистам. Турнир «Отечество достойные сыны» продолжается на хоккейной коробке. Все команды, которые участвуют в турнире, в разное время получили помощь от благотворительной программы «Добрый лед». Теперь настала пора продемонстрировать навыки. Лидируют сегодня шуйские «Соколы». Команда в свое время выигрывала гранты на обустройство раздевалок, освещение хоккейной коробки и установку резинового покрытия. Теперь это уже не только коробка, а спортзал городского значения. 1,5 миллиона выделили на покрытие внутри коробки, резиновое покрытие. То есть можно в теплое время года проводить там тренировки, бегать, футбол, флэбол, то есть как спортзал на открытом воздухе. То есть нам в тренировочном процессе помогают очень учителя физкультуры. Сейчас физкультура вся осенью, весной там все проходит. Команда «Спутник» – недавний участник соревнований. Это дети военных, морских пехотинцев Северного флота. Эта команда находится в гарнизоне «Спутник». Гарнизон состоит из 8 домов, хоккейной коробки, 2 детского сада, один из которых строится, и военная часть. Хоккейная коробка в поселке «Спутник», изначально установленная энтузиастами, благодаря гранту от программы «Добрый лед», была реконструирована. Недавно нам построили новую раздевалку, в которой раздевается где-то примерно больше 20 человек. В старой раздевалке было очень холодно, а в новой тепло. На фоне этого, при наличии той же самой комплекта форм, которые предоставили на детей, собрались дети, или мы их собрали, наверное, правильно будет сказать, которые заинтересовались тем, чтобы поиграть в хоккей с шайбой. Очень им это захотелось с такой помощью, потому что форма, как бы, сами занятия, это очень увлекает, и вот они уже целый год занимаются. Теперь ребята из поселка «Спутник» окрепли и могут заявить о себе на детских турнирах. Теперь они настоящая команда. Когда у них начало что-то получаться, начало что-то быть похоже на хоккей, который показывают по телевизору, нас начинают приглашать в всевозможные турниры, мы начинаем ездить, им это начинает еще более быть интересным. Вот сейчас, значит, здесь все ежетурнир выездные, это наш первый большой выезд
Также наши дети принимают участие в турнирах, которые проводятся у нас дома. Турнир «Отечество достойные сыны» получился ярким и насыщенным событиями. Игры завершились, а юные спортсмены готовы получить долгожданные награды. Конечно, есть выигравшие и проигравшие. Но особенность «Доброго льда» в том, что призы и подарки получают все без исключения. И победители, и побежденные. Кем станут эти малыши, которые, нисколько не боясь мороза, играли сегодня в дворовый хоккей? Знаменитыми хоккеистами, защитниками Родины, кем-то еще. У каждого свой путь. Но мы верим, что все они сохранят в своих сердцах память о добром льде, оставаясь хорошими людьми.